чуть более разнообразным, потому что у них уже 4 игрока. Янкович, вот это полет! У игроков Краснодар. Близнюк с мячом. Прошу, Сергеев. Очень издалеко Янкович. Точно! Думаю, что сейчас на оборону Локомотива тоже будет готовиться к тому, что Беленков может получить мяч на периметре. Но нет, Орландо Зиненко не точно, но подстраховочка тут как тут. Стефан Янкович прочитал. Номеров. Удивительно, на самом деле, когда два лидера команды друг друга держат, то есть не только в нападении, так сказать. Ну что, красивые моменты нас еще будут ждать впереди. Янкович, и его трехочковая попытка, вторая подряд. Сворачивается в правую сторону, но очень низко мяч опустил, что Ворнер смог до него дотянуться. Янкович издали, точно! Янкович стоит абсолютно один, просит мяч, его только сейчас его получает. Остался против ведущего, но почему-то продавливать оппонента не стал. Все сделал. .58 играет в четвертой четверти, а мяч у Джонса. Андерберг забирается. Концовка, если она будет, то официально мы ее объявим где-то только минуты через три. Какой... На атаку. Янкович тоже, снова Близнюк, снова на Янковича. И Янкович с напрыжкой продавил оборону. Какая красота! Дариус Томпсон продолжает радовать нас ответ.